Этап второй. Распечатка. Есть у нас вот, вот такой стол. Незаменимая вещь. Вот, смотрите, как удобен стол. То есть у нас стол взяли с плоской корзиной, потому что понимали, что да, заброс нам носить недалеко. Вот там у нас заброс будет. Вот. Но зато все полезное пространство у нас занято рамками. И отсюда тоже сливаем мед сразу в кубик, чтобы потом быстро пофасовать. Так, ну вот, распечатка закончилась, откачка закончилась. Вот, смотрите, стол. Получается вот такая у нас штучка. А ну, подними корзину чуть-чуть. Ну, вон там есть немножко еще меда, стекает. Но основная масса забруса осталась вот на этой плоской корзине.